Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». В студии Лилия Хайруллина. Смотрите прямо сейчас. Да здравствует жизнь! В Пушкино родился первый ребенок эвакуированных жителей Донбасса. В Ивантеевке состоялся весенний фестиваль «Радуница принимает друзей». Окружной турнир по мини-футболу провели в Красноармейске. Об этих и других новостях прямо сейчас. Максим Красноцветов совершил объезд по проблемным местам городского округа Пушкинский. Он осмотрел состояние инфраструктуры в лесных полянах и Тарасовке и пообщался с жителями. Состояние инфраструктуры в поселках Лесные Поляны и Тарасовка проверил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Одна из точек объезда – территория бывшего комбикормового завода. О состоянии дел рассказывает представитель собственника – компании из Нижнего Новгорода «Спецлогистика». В данный момент здесь ведут работы по сносу зданий, которые не используют. У нас сейчас здесь много арендаторов, которые занимаются деятельностью. Ну, то есть логистическая компания, есть и рыбники, есть и компании, которые рыбники занимаются... Рыбная компания, склад, да. Собственник очень хочет, чтобы все это работало, чтобы были рабочие места, чтобы здесь были склады ответственного хранения, чтобы люди, которые здесь живут, тоже получили рабочие места, чтобы работала железная дорога. Все арендаторы, которые здесь работают, зарегистрированы в городском округе Пушкинский. А это означает, что налоги от их деятельности поступают в окружной бюджет. В рамках объезда территории глава округа посетил еще несколько объектов дорожной инфраструктуры в поселках Лесные Поляны и Тарасовка. В городском округе Пушкинский родился первый ребенок эвакуированных из Донбасса. Маму, 33-летнюю Татьяну, поздравил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Также глава округа осмотрел родильное отделение и пообщался с персоналом. Татьяне 33 года. В городской округ Пушкинский тогда еще будущая мама приехала из Донбасса вместе с другими беженцами. Сегодня с рождением ребенка женщину поздравляет Максим Красноцветов. Поздравляем! Желаем крепкого здоровья, желаем благополучия, успехов от себя, от городского округа Пушкинский, от Московской области, от губернатора Московской области. Поздравляю вас. Спасибо вам всем. Татьяне вручают губернаторский подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Там средства для ухода за ребенком, игрушки, одежда и не только. Также молодой маме дарят новую коляску. Свою дочку Татьяна символично решила назвать Мирославой. Здоровья, здоровья вам, здоровья ребенку. Вот. Чтобы в жизни у нее сложилась прекрасная и счастливая судьба. Спасибо. Максим Красноцветов вместе с главным врачом обошли родильное отделение, а также пообщались с персоналом. Отдельно глава округа поздравил с профессиональным праздником неонатологов – специалистов, которые наблюдают и лечат самых маленьких пациентов. Желаю им, конечно же, профессиональных успехов, благополучия, ну и всего самого хорошего. Сегодня мы их поздравили, посмотрели, главврач поделился с тем, рассказал о тех успехах, которые достигает наша Пушкинская городская больница. В Пушкинском родильном доме сейчас 27 рожениц. Вскоре к ним присоединятся еще две будущие мамы, которые, как и Татьяна, бежали из Донбасса. Сейчас они вместе с другими беженцами живут в оздоровительном центре «Родник». Фестиваль народной песни «Радуница» в 16-й раз провели в Ивантеевке. Перед зрителями выступили коллективы из разных подмосковных городов. Подробнее обо всем далее. Так звучат музыкальные народные коллективы из Пушкина, Щелково, Фрязино, Красногорска и, конечно, хозяева праздника – хор русской песни «Радуница». 16 лет подряд Ивантеевский дворец культуры «Юбилейный» распахивает свои двери для проведения такого праздника. Со сцены участников поздравляет представитель администрации округа. Нашим участникам творческого вдохновения и как можно больше вот таких радостных, позитивных и душевных мероприятий и событий в нашей жизни. Участников праздника русской песни награждают благодарностями главы городского округа Пушкинский. За время проведения музыкального фестиваля в нем приняли участие более 40 творческих коллективов. Вы, наверное, обратили внимание, насколько
одухотворены те, кто и участвует, и те, кто принимает, и те слушатели, зрители, которые приходят. У нас уже своя постоянная публика, которая всегда посещает наши концерты и каждый раз спрашивает, а когда будет следующий? Фестиваль «Радуница принимает гостей» проводят два раза в год. В следующий раз народные коллективы соберутся на этой сцене уже осенью. Танцевальный конкурс между ивантеевскими школами провели в ДК «Юбилейный». Три главных этапа. Среди них групповые и сольные состязания. Финал прошли всего 4 команды. Как это было? Подробности далее. Так выглядит визитный номер от учеников 8-й школы. Каждая команда подготовила короткое танцевальное выступление. Тут главная тема – зомби. Почему зомби? Потому что такая идея. Мы воскресшие, скоро экзамены, актуально. Сейчас проходит отборочный этап танцевального конкурса «Стартин» среди ивантеевских школ. В каждой команде от 5 до 10 человек. Все из разных классов. Этапов несколько, самый главный – второй. Участникам озвучивают тему, например, индийский национальный танец. «Стартин» – конкурс ежегодный, но в этом году его проводят среди школ всего городского округа Пушкинский. Например, в Пушкино и Красноармейске уже состоялись отборочные этапы. Пришла очередь Ивантеевки. Оценивают выступления сами организаторы. Мы же понимаем, что ребята могут обидеться в любой момент, а у всех свое мнение бытует, поэтому, конечно, тяжело. Но мы стараемся ценить адекватно. То есть есть четкие критерии, это команда образования, чем быстрее они это сделают и как можно более современные движения. Финальный этап конкурса – выступление капитанов команд. Участники соревнуются на выбывание. С каждым новым треком вылетает слабейший. Самое жаркое противостояние – последнее. Получили огромные эмоции. Разминка понравилась, несмотря на то, что не выиграли, но конкурс капитана. И, конечно же, я считаю, что мы выступили достойной командой в конкурсе, в главном конкурсе, где мы выступали под разные треки. Финал конкурса прошли 4 ивантеевские команды. 15 апреля они столкнутся с участниками из Пушкина и Красноармейска. Иван Чинаев, Фарид Галиев, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Традиционный фестиваль-конкурс инструментального исполнительства «Путеводная звезда» прошел в Красноармейской детской музыкальной школе. В этом году в нем участвуют порядка 70 ребят из музыкальных школ округа. Все они показывают свое исполнительское мастерство на музыкальных инструментах. В начале апреля во всех музыкальных школах самый пик подготовки. Поэтому конкурсы в это время проходят часто, но один из них выделяется. В Красноармейской детской музыкальной школе прошел конкурс «Путеводная звезда». Нам кажется, что это замечательное название для молодых музыкантов, для юных, для которых это ступенька. Ступенька, чтобы подняться куда-то выше. Мы считаем, что фестиваль... Но все-таки это в большой мере общее какое-то мероприятие, где дети могут увидеть своих друзей, найти себе друзей, которые могут послушать, как играют их сверстники. На фестивале представлено много номинаций, разбитых по видам музыкальных инструментов. Ансамблевое музицирование, струнные, народные и ударные инструменты. Жюри фестиваля представительное. Уже 2 года приглашается главный пианист музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева. Скрипачи показали, в общем, хорошее такое владение инструментом. И некоторые дети действительно очень талантливые. Они заинтересованы в том, что они играют. Они уже понимают и могут донести и характер, и образ исполнять произведений. Это очень приятно. Музыканты играли достаточно серьезные сочинения для их возраста и уровня подготовки. Но, несмотря на это, делали с душой и искрой в глазах. Концентрировались на музыке и процессе. Ну, можно обыграть любую программу, и потом будет, например, на концерты не страшно выходить. И вообще самим удовольствие получить, посмотреть на публику, чтобы публика на тебя посмотрела. Ну, как любой фестиваль, это обкатывание программы, это вот, как Тася сказала, ее тренировка, чтобы уже не было страшно выходить на другие. Ну, так.
следующем году конкурс отметит 20-летний юбилей. На протяжении 18 лет это был фестиваль, где были и хоровые коллективы, и певцы, как эстрадного, так и классического вокала. Но после решили сделать конкурс чисто инструментального исполнительства для тех ребят, которые играют на музыкальных инструментах. Поэтому сегодня у нас представлены только игровые инструментальные номинации. У нас скрипка, народные инструменты – это балалайка, домра, аккордеон, гусли, гитара. У нас фортепиано – самая большая представительная группа. И духовые ударные инструменты. У нас есть и ксилофонисты, есть и саксофонисты, и гобой, и флейта. Фестиваль стал конкурсом, чтобы дети смогли иметь заслуги, становиться лауреатами, получить дипломы и грамоты. Их раздадут уже в музыкальных школах. После дня конкурса членам жюри еще нужно будет подвести итоги. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Футбольные команды от общеобразовательных учреждений Пушкинского округа собрались в Красноармейске. Там на базе кадетской школы организовали турнир по мини-футболу. Как прошли соревнования и к чему они были приурочены, расскажем в сюжете. «Своих не бросаем» под таким лозунгом 4 апреля прошел в Красноармейске турнир по мини-футболу среди команд из общеобразовательных учреждений округа. Таким образом, все собравшиеся выразили свою поддержку российской армии. Кроме того, соревнование было приурочено и к юбилею города. Это одно из первых мероприятий в кадетской школе, посвященных приближающейся круглой дате. «У нас в этом году 75 лет нашему городу, Красноармейску, родине знаменитой Катюши. Поэтому мы проводим эти мероприятия также в честь 75-летия нашего города». Кадетская школа принимала у себя 14 команд из округа Пушкинский. Соревнования проходили в крытой универсальной спортивной площадке. В основном приехали ребята из Ивантеевки, Пушкина и Красноармейска. Команды распределили по возрастным группам. Первые – 5-6 классы, 2-7 седьмые, а 3-8 восьмые, 9-10. Вот по уровню подготовки, в принципе, все достаточно подготовленные команды. Много ребят, которые занимаются футболом. Вот. И наша задача, то есть, провести турнир так, чтобы не было травм. Всего участие приняли порядка 160 человек. Это и те, кто занимается футболом недавно, и те, кто уже хорошо играет. Кадетам дают азы этого вида спорта на уроках физической культуры. Младшая команда от кадетской школы хоть свой первый матч и проиграла, но это их не расстроило. Для ребят важнее участие. Но противники были сложные, но мы старались, пытались забивать голы. Вот. Но сейчас у нас будет следующий матч, и мы постараемся выиграть. У нас была техника, мы могли выиграть, но они чуть-чуть были побыстрее, и из-за этого они выиграли. И турнир мне понравился, он хороший очень. Расстроились, что мы играли? Чуть-чуть. Нет, нет. Ну, чуть-чуть. Расстроились, а чуть-чуть рады, то, что хотя бы поучаствовали. Мне кажется, мы проиграли с достоинством, потому что команды были натренированы очень хорошо и давали пасы. Мы не такие натренированные были. Ну, что не так? Ну, во-первых, самое главное – это волнение, ну, знаете, страх поражения и все такое. Оно всех губит. Это очень плохо. Я не исключение. И поэтому лучше не волноваться. И в этом нет ничего позорного, если пропустишь мячик. И лучше выйти и проиграть, и доказать, что ты что-то можешь. Вообще не выйти и показать, что ты трус и слабак, который не имеет игры в футбол. Турнир проходил в течение всего дня. У команд было по 2 тайма по 10 минут и небольшой перерыв между ними. Также всех ребят кадетская школа накормила. Им приготовили полноценный обед. И это первое в объединенном, так сказать, городе соревнование, когда мы знакомимся друг с другом. Для нас это очень ответственно, потому что отрабатываются схемы приема гостей, кормления гостей. Это я как хозяйка. Я в футболе ничего не понимаю. Я могу только азартно болеть за своих. В конце команды, занявшие призовые места, получили грамоты и награды. Победителем младшей возрастной группы стала Красноармейская 2-я школа, в средней – 11-я Пушкинская, а в старшей группе – 1-я Красноармейская. Ребята из кадетской школы заняли 3-е место среди 5-х и 6-х классов. Впечатление у меня от любых спортивных мероприятий, проводимых в нашем городе, всегда хорошее, замечательное впечатление. Почему?
Прежде всего, наш Красноармейск испокон веков был спортивным городом. У нас всегда были хорошие команды в игровых видах спорта – футбол, хоккей. У нас до сих пор растут чемпионы России, члены сборной России до сих пор по бадминтону, потому что родина бадминтона в России – это именно Красноармейск. И у нас выросли замечательная плеяда мастера спорта международного класса, десятки по бадминтону. Значит, так что, несмотря на то, что он маленький город, он довольно спортивный. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 7 апреля, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 9 градусов выше нуля. К ночи опустится до плюс 7. Атмосферное давление по-прежнему низкое – 734 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 80%. Ветер южный – до 5 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете посмотреть в соцсетях, во ВКонтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайруллина. Всего вам доброго и хороших новостей.